Всем привет! Это Олег, город-герой Севастополь. Рассвет! Хотели, правда, пораньше мы выйти на воду, так понимаете, мы на воде, на рыбалке. Хотели выйти у себя Орловского пляжа, но там такой накат приличный, там ребята рисковые выходили, а я что-то с супругой, ну, с девушкой, с молодой, с красивой, лодку вытолкнуть тяжелую, как бы шансов нет. Мы, короче, переехали на радиогорку. Здесь такой кошмар вообще, мы приезжаем тут. Автобус, единственное место выгрузки, куда можно выехать с тележкой. Там автобус утопили, все его выдергивают, дергают, короче. Все ругаются, толкаются. В общем, время уже 9 час. Мы только сейчас выходим на воду, уже толпа такая ушла. А, смотрите, сколько машин. Мы настраивались, честно говоря, на луфаря. Сейчас газа добавлю. Греем мотор, холодно у нас. Видите, как я аж по-зимнему одет. Мы настраивались на луфаря, у нас на немке поклевывает луфарь, вчера вечером ребята хорошо отловили, знаем место, на глубине 20-22 метра, но, блин, волна нам не позволила выйти, то есть мы пойдем сейчас, скорее всего, на фарватер за равелины, где-нибудь на глубину 35-40-50, будем там искать селедку. Хотелось луфаря, будем ловить селедку. Ладно, поехали. Вот мы и на воде. Короче, народ весь кучкуется на глубине 20 метров. Мы встали, короче, толпа, ставритка, там периодически бам, у кого-то селедочка. Короче, не любим мы в толпе ловить. Мы ушли на 30 метров. Вроде здесь вокруг никого нет. И мы начали потихонечку без палева ловить селедку. Главное в данном случае высоко не поднимать рыбу. Тихонечко у борта ее поднимать. Вот, глубина 30 метров, холод включили по-быстренькому. А, что, есть? Когда крупная селедка, иногда непонятно, она может обгонять. Что ж такое-то? Сошла. Сошла? Нет, есть. Вот непонятно. Либо там что-то непонятно. Нет, непонятно. Ничего непонятного. Как-то и леска не тонет, да? Ну-ка, да что-то. Нет, нету ничего? Нет. Ставридос катался. Ладно, рыбачить буду. На фарватере мы рыбачим, видите? Подводные лодки, корабли. В общем-то, минут 15 у нас активного клева. Рядом куча лодок, короче. Мы с Настей, как обычно, делали вид, что у нас не клюет. Там рыба уселась и сидишь, короче, изображаешь. Но тем не менее, рядом уже стало побольше лодок. Кто-то прошел прям рядом, пошумел. Вообще, ребята, когда рядом проходит, не шумите, не гоняйте так желательно. Пошумели, у нас стало похуже. Поглядываем уже по сторонам, где что, да как. То, что пошли так, единичные поклевки на самом деле. А минут 15 я просто не мог на дно опустить. Я не знал, где там, куда там грузило стоит. Он там вот что-то рядом тащит. Ставрида. Да, ставридка начала появляться. Здесь тоже мешать. Ладно, рыбачим, ребят. Время 10 утра. Мы напротив толстяка мыса. Погуляли на 55 метров. Сходили на 15 метров. Друзья позвонили, вроде здесь на толстяке 20 метров. Селедка, мы подходим. Действительно, там лодка вытащила, там. И все, как бы там по 2-3 рыбки поймали люди, и все затихло. Мы вообще поклевки даже не увидели. Рыбалка очень трудовая. Лодки все мечутся, мотаются, кто туда, то сюда. Прям настоящее броуновское движение. Никто толком найти не может рыбу. При всем при том, последующие дни ветра. Все постарались сегодня пойти в отгулы, на рыбалку выскочить. Выходной себе устроить. Но вот не клюет. Не клюет, не клюет. Ходим, чаи гоняем. Заняться нечем. Улов. Вот он, наш улов.
поди десяток селедок там ставритка. Ну да ладно. Будем искать. Пошли мы на выход, смотрите, мы фактически между равелинов. Один, второй, вход в Севастопольский залив. Внутри там рыбачить нельзя с лодки. Снаружи можно. Здесь лодки все скопились. Ставриду клюет. Потому что селедка не поклевывает. О, у Насти вообще с фрикционом. Ну-ка. Ну трясет, как ставрида. Она так трясет удочку. Может, забагрилась. Да ну нафиг, селедка. Прикиньте. Чудеса. Офигеть. Вообще это, блин, остановите землю за эту палку. Вот прикольно, если сейчас она тут будет клевать, я там на 50 метров тут. Здесь на мели. Надо же, чудеса. А мы такие, вот тут ставриду плаваю. Значит, рыбам селедку поймала. Прикольно. Да, порыбачим, попробуем. Охренеть. Там еще одна, что ли? Приподними. Там у тебя еще ставрида. Средняя селедка, ту хорошую. Только да, пять, наверное. Да, нагрузила, клюнула. Опупеть. Чудеса, ребята, чудеса. Вы бы понимали, где мы рыбачим. Плетами. Меня клюет. Меня клюет. Так, чай, ребята, вытаскивать надо. Ну что, наша рыбалка состоялась. Рыбалка весьма трудовая. Ну, выхватили денек. Буквально два дня было, вчера и сегодня. На выходные опять ветра. Ну, ничего так, очень интересно получилось. Походили на 50 метров, на 15 метрах у толстяка были. Были у херсонеса и на выходе у равелина. Нарвались на очень крупную селедку. В принципе, может, надо было с утра там и стоять. Буквально там зеленый бакин просто, он был фантастический. Всегда поклевки у него были. Смотрите, размер какой вообще просто. Размер селедки просто фантастик. Очень крупная, хорошая селедка. В руку возьми. Вообще огонь. Так вот со ставридкой сравнить. Что, не сидите дома? Погода выгодается, выходите на немки, луфарь полавливается, но там прибой был сегодня сильный, мы уже говорили. Здесь выйти проще, единственное, смотрите, это все очередь, надо приезжать пораньше или попозже. Всем пока!